Здравствуйте, с вами мистер Фрей. Я буквально просто гуляю, просто гуляю где-то в тех местах, которые мало кому доступны. Это, дорогие друзья, игра Этерном. Вы, разумеется, все уже давным-давно забыли, в чем заключается сюжет. Давайте я примерно оформлю вашу мысль. В суперглубоком будущем некий великий этот самый полководец звездных сил Дон Джонс решил отправиться на покой и пошел отдохнуть. И это был конец его разумной жизни. Нет, конечно же, все было далеко не так грустно. Суть заключалась в том, что он, конечно же, пошел отдохнуть на планету, которая специально для этого и сделана, чтобы там люди отдыхали. Его там встретили, и все было хорошо на этой планете, на разных островах, как бы якобы воспроизведены эти самые разные периоды человеческой истории, и они воспроизведены не при помощи людей, а при помощи каких-то, ну, реплик людей. Это типа люди, но нет. Почему-то его здесь все пытается убить. Он думал, что так и надо, но кажется, нет. Здесь ходит его великий враг, которого я не помню, как зовут. И почему-то вся земля дрожит. Я не знаю, почему. И, честно говоря, я заблудился. Прямо если уж совсем честно говорить, я совсем заблудился. На этой развилке я постараюсь идти туда. И кажется, я приду туда, куда надо, но нет. В общем, на данном моменте мы находимся на острове, который показывает, конечно, будущее от нашего времени, но явно прошлое от времени Дона Джонса. Здесь происходит что-то вроде Стартрека, в том числе, но вместо Кирка здесь Горбачев. В общем, они немножечко напутали, прямо скажем. И в прошлом видео мы испытали конец света. Конец света был прекрасен. Проблема в том, что я, наверное, все-таки не буду смотреть, как делается конец света. А починю его. Черт, я забыл прочитать, что он сказал. Какая жалость. Давайте я сделаю это еще разок. Ничто мне так не нравится, как смотреть на работающего специалиста. И он отделал своим специальным кулаком эту хрень. Да, все. Таймер больше не таймит. У меня есть в том числе с этой игрой большая проблема. Она заключается в том, что я понятия не имею, что делать дальше. По всей видимости, в подобных играх лучше всего существовать все-таки по прохождению, потому что совершенно непонятно, какого ж твою мать хрена происходит. Вот. Если я не ошибаюсь, можно сейчас пройти сюда. Это их основной город. И здесь, как вы видите, маленькой красненькой стрелочкой показано, где находится сам Дон Джонс. Я, конечно, в этих местах могу найти в том числе и... Да, эта штука все еще приготовила мой гороскоп. Я один раз пытался прочитать этот гороскоп. Мне, честно скажу, не понравилось вообще ни разу. Поэтому больше я его читать не хочу. По-моему, на первом этаже ничего интересного нет. Ну, то есть на минус первом я имел в виду. На самом первом этаже я забыл. Давайте быстренько проверим, что здесь происходит. По-моему, здесь можно дойти до туалетов-телепортов. То есть это вот тот смешной момент, который, возможно, многие из вас помнят, что здесь есть как бы отдельно туалет и отдельно телепорт. Но телепорт выглядит как туалет, а туалет как телепорт. Поэтому непонятно, конечно же, почему... Ну, ладно, все остальное вы знаете, вы все помните. Поэтому давайте я просто соображу, что же нам делать дальше по сюжету. Вот, например, здесь, кажется, находится командир всея Руси, в том смысле, что всея этого города. Если я вспомню управление, и, конечно, мне бы очень понравилась бы кнопка рассмотреть поближе его девушку, но нет, такой кнопки нет, такой буквы в этом слове нет. Спасибо за помощь. Я знаю, это была всего лишь ничтожная проблемка. Некоторые из моих людей всего лишь паниковали зазря. Однако сохрани у себя карту. Возможно, она тебе пригодится. Ну а теперь извините меня, мой массажист не любит ждать. Массажист. Серьезно, массажист. У меня в инвентаре наверняка есть какая-нибудь... О боже, ладно, мой инвентарь is a mess.
Я не понимаю, что в моем инвентаре могло бы по нему врезать, а что нет. Не говоря о том, что я даже не помню, что это... А, Fairy Authorization, я помню, флаг какой-то, компас, ключ. То есть просто ключ и все. Ненужный термометр. Ладно. Когда-нибудь я пройду Этерном, и это будет великим счастьем в моей жизни. И в вашей жизни тоже, я знаю. Я знаю. Многие из вас пересматривали Этерном давно, и вам, возможно, придется пересматривать его снова. И снова. Мне очень интересно, Горбачев хоть что-нибудь думает по поводу того, что я все починил? Думаю, скорее всего, да. Не помню, правда, их этаж. Так, нет. На этом этаже у нас живут... люди из будущего, прошлого, то есть из нашего настоящего. То есть вообще не путешественники во времени, а путешественники, ну не знаю, между игрой и реальным миром. Сомневаюсь, что они мне могут хоть что-то новое сказать, но я проверю. Привет тебе. Я знал инженера, который объяснил мне пространство и время однажды. Ах, возможно, этого могло бы быть сутью проблемы, но я не помню ничего. Молодец, чувак! Люблю я мужиков, которые могут починить сложные технические проблемы. Ну и что теперь? Чё ты? А, все, я вышел от тебя. Блин, и все? Ай, мне явно... Я помню, что у них по сюжету надо как-то спасти. Я об этом читал. Но я не уверен, как. С? Она со мной вообще разговаривать не хочет. Тварюха! Ладно, я хотел пойти к Горбачеву, и я сделаю это. Здесь почему-то темно. А, возможно, потому что на планете, соответственно, темнеет. Зашибись, мистер Джонс! Вы реально сходили туда, где не ступала нога человека? Это невозможно, иначе... Это было всего лишь выражение такое. Это логично, капитан. Могу я также добавить, что действия мистера Джонса были крайне опасно... Как-то... Я забыл слово. Это... эмоциональные. Спасибо, мистер Спот. Мистер Спот! Капитан Шмирк! Или как тебя там... Не могли бы вы меня приставить, ну, к награде, еще что-нибудь со мной сделать хорошее, пожалуйста. Ой, мистер Джонс, добро пожаловать на борт Интера, то есть Control Room. Могу я вам помочь? Я, по-моему, уже говорил. Your function, I want to see commander, how can I get off the city? Да я все это и так знаю, но how can I get off the city? Новый телепорт был установлен, можете его использовать. Блин. Я не знаю, что делать дальше. Меня это печалит, честно говоря. Ребят, это безумие, но я, возможно, должен сейчас поговорить с ним. Хотя, вроде бы, до этого мне казалось, что он ни для чего не служит. Давайте попробуем. Ищите что-нибудь особенненькое? Да, я ищу что-то довольно особенненькое. Иначе бы тебя тут не было. Если это достать невозможно, то мы это достаем. Так, прохождение Этернома. В прохождении Этернома, у которого, к сожалению, видимо, ему пока не подвезли, написано, что мне нужен стармэп. Интересно. У меня как раз есть одна такая. Даже и не думал, что найду покупателя для нее. Она на стене, а цена всего лишь 10 золотых. Ну, хватит уже ртом шевелить. Угу. Ну чё, я, видимо, могу ее уже take? Или, вот. Use, не? Нет, я думаю, take. Вот, star map, всё, класс. Инвентарик. А что, если с помощью Star Map я смогу правильно направить этого... Забыл, как его зовут. Этого Луи Армстронга, что ли. Сэй, чтоб тебя. Обалдеть, я купил Star Map. Теперь... А, ну да, логично. Они же мне зачастую только один раз со мной здороваются, пока я с ними общаюсь. Окей, хорошо. Как же интересно, что мы, оказывается, открыли это место. Вы меня спросите, как ты сюда попал. Все очень просто. Не помню, показывал я вам или нет, но здесь можно перемещаться между островами.
при помощи телепорта. Правда, Ферримен здесь, видимо, сдулся. Да. Ферримен явно свалил. Зараза. Так что мне, видимо, придется пешком пилить обратно. Как же мне спасти этих залетчиков, улетчиков, налетчиков? Может быть, сейчас это и сделаем, посмотрим. Господи, я, кажется, видел такого монстра, которого мы с вами еще не видели. Вот эта тварюга, я ее убью. Не, я ее не убью. Блин, это, возможно, она меня убьет. Вон она, кстати, башня-то была телепортная. Тварюга, ты где? Вот ты где. Блин, что она такая быстрая-то? Ну, взорвись ты. О, все они, правда, одинаково умирают. Что это у нас такое? Я помню, так ты вроде бы антилопа. Попа. Извините. Ну, она именно этим ко мне и повернулась. Ладно. Вот она, башенка. Так, кажется, мне нужно на тебя нажать что? Или ничего не надо нажимать? Ничего не надо нажимать, сам войду, один останусь. И я там, где мне нужно. Господи, что такое огромное, чего такие маленькие? А, не. Смотрите, что за бред. Я когда удаляюсь, я будто бы увеличиваюсь. Вроде бы все должно работать обратным образом. Или у меня глюки? Окей, в общем, я пошел в этот, во временной портал. Я думаю, что мне получится поговорить с Луи Армстронгом, или как там его. Ой, черт, я был уверен, что я иду неправильно, но я, кажется, нашел это место. Ё-моё, это оно! Черт меня раздери, там как раз эти, я думал, что это бассейн, а там ведь это, я так понимаю, это звездное небо и Пересете. Как хорошо лежать на луне. Не помню, куда идти. Помню налево. Опять же, не помню. Привет. Ты что тебе теперь скажешь? Все повторишь или что? Я такой, ты нашел карту? Полный успех, зацени. Но взамен ты должен с собой взять тех двух дизайнеров. Игровых дизайнеров. Ладно, уговорил. У нас, возможно, будут проблемы с весом, с программистом, но должно сработать. Будет это как-то тесновато. Мне еще очень нравится, что это, видимо, шутка такая, что программисты, они жердяи, уроды мерзкие. Идеи им приготовиться, пока я тут это. Initiate Takeoff Progress или процесс, или типа того. Переведя на русский язык, все тут настрою. Угу. Русский язык, он такой, довольно простенький. Блин, он такой большой был, а я такой маленький. Слышь, ты тут все нормально настраиваешь? Ну, сэй. Ты урод. Ты кот. Ладно, хрен с тобой. Я так думаю, мы ему не отдали стармэп. Где у меня стармэп? Или отдали стармэп? Ладно, мы, видимо, поверили ему на слово, и он, видимо, заберет гребаных геймдизайнеров. Я уже думал, сейчас промажу и врежусь опять туда. Ну, окей. Главное, мне уже так привычно, так туда летаешь, сюда летаешь. Ну, огородили они какой-то там таймварп. Какая хрень, кому разница в самом-то деле? Я пока что поехал обратно в город. Разумеется, тут ничего интересного нет. Тут всего лишь еще один тот же самый остров. Мы его уже оглядывали, Вон, лэп. Второй, третий. Ну, лэп — это, конечно, линия электропередач. Поэтому нельзя сказать первый, второй, третий, я так думаю, чисто теоретически. Но это лэп. Все, я пошел дальше. Меня поражает звуковое оформление, как я прихожу в город. Такое ощущение, что город принял мое лицо прямо в свои железные объятия. Или мое лицо слишком сильно рада видеть этот проклятый город. Мои части тела и проклятые города меня окружающие явно должны определиться со своими предпочтениями в этой жизни. Так, что мне надо? Я забыл. Кажется, второй этаж содержит программистов. Знаете, у меня, честно говоря, большая мудреная дилемма. С кем поговорить сначала? Я хочу сохраниться в 47. Что ты не пишешь? 47, блин. 47, вот, все, тендер. Ладно, поговори сначала с ним. Все равно с ним всегда сначала разговариваю. Если потом нельзя будет с ним поговорить, то потом загружусь. Ну, что скажешь? О, я знал, что ты найдешь способ вытащить нас отсюда. Молодец. И ты просто улетел.
смысле? Ты чё, ты... Я надеюсь, что пока только он улетел. Ну-ка. Нет! 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 Здесь на журнале я нарисован. Мне интересно, что она скажет теперь. Чёрт! Возможно, она скажет то же самое. Лот 47. Музыка опять заиграла, будь она проклята. Чё ты-то мне скажешь, дорогая? Не знал, что у тебя получится! Я убираюсь отсюда! И теперь уже она замерцала. Забавно, что я когда слышал о единственных хоть как-то возможных способах телепортации хоть кого-нибудь, хоть куда-нибудь, заключается в том, что или же тебя полностью уничтожают здесь и собирают из какой-то, из другой материи такого же тебя, точно такого же. Или же тебя полностью уничтожают здесь и все равно собирают в материи такого же тебя, только из твоей же материи. Ну, разумеется, всем предпочли второй вариант, но многие посчитали бы, что оба варианта стрёмные. Это мне напомнило видео, которое мне Шадус и Мнярис скинул по поводу путешествия во времени. Похожая фигня с кучей трупов для альтернативных вселенных. Так. Чё мне надо, бна? Это большой вопрос. Ну что же, дорогие друзья, вам, возможно, надоела фантастика. Ну, так сказать, старая добрая sci-fi, как это я где-то как-то слышал. Какое-то это было название сборника или что-то такое, его еще Игорь Князев читал. Ну, зачитывал, для зачитки. Так вот, к черту sci-fi. Вот, прекрасная пустыня. Я помню, мы с вами уже в ней вроде бы как гуляли. Вот это вот, да, баба фараона, извините за выражение. Там этот какой-то то ли охранник, то ли что-то в этом духе. И вот если мы идем по этой дороге, я помню, что она ведет к пирамиде. А нам как раз к пирамиде. Че-то это ни хрена не пирамида. Ну ладно, в прохождении написано, что это пирамида, поэтому пусть будет пирамида. Наполняет нас великими звуками. Дон, от этого места у меня мурашки похожи по коже. Это гигантская гробница, если ты только этого не знал. В общем, будь, зараза, осторожен и не пропускай никакие подсказки. Кто знает, какие тайны содержит в себе эта пирамида. Так что осмотрись, дорогой мой Дон, собака. Ну, вот и она. Она, вот это она. Вот, все, мы пришли, вот это она. Так, Шорок Восем. Эй, я хотел сказать Шорок Восем, ты шо? А, сохранился, черт. Нет, не 38, Шорок. Так, сейчас. 8, Enter. Не здесь, вернее, здесь вообще ничего нет. Пока буду потихонечку, наверное, осматриваться сам. Мне очень интересно. Мне любопытно, как говорила не Хьёка, а как ее там звали-то, господи. Титанда. Так и не посмотрел это аниме, но очень сильно собираюсь. Сегодня у меня было отвратительнейшее настроение, но я более-менее его снял тем, что я его переболел, и теперь у меня даже есть вау! Это прикольно. Как всегда, работа с камерой у этой игры на высоте. Здравствуйте, я ваша тетя. Наверняка здесь можно много где умереть. Большая куча дерьма. Здрасте, господин. Ёпперсете. Могу вам одно желание исполнить. Желаете ли вы получить все мои великие способности, или вы желаете, чтобы я открыл вам эту дверь? Ну, видимо, сначала способности, потом загрузимся и дверь. Ваше желание, в общем, исполнено. До свидания. А, и все, и я теперь в этой, я теперь здесь, понятно, зашибись. И меня сфотографировали. А, не меня, здесь все фотфоткает, ты сволочь. Выпустите меня. А, или теперь мы с ним поменяемся. Это будет весело. Здравствуй, гребаная бутылка. Эй, ты, иди сюда, у меня для тебя офигенная новость. Я могу тебе
все силы джина даровать. Спасибо, дорогая бутылка, но великие силы не для меня. Пожалуйста, открой вот эту дверь, а? Твою мать. Меня учили честности и многого о себе не думать. Человек может потерять все, если возжелает слишком многого. Но вы не выглядите счастливым. Не плачь, дорогой игрок. Я могу сфотографировать вас, и вы будете счастливы. Твою мать, вот ты тварь! Что ты ржешь? Покажи мне меня. Нет, не хочет. Он забрал фотку с собой. Тварь. Сейчас что, сейчас все повторится или что? Я не понял. Да, я могу тебе всех дать силы джина, все такое. И что теперь? Он что, поведется? Или я могу сдвинуть эти тупые камни? Это вариант очень тупых людей. Что ты выбираешь? Действительно, хороший вариант. Ни слова больше, я согласен. Слава тебе, Господи. Блин! Я жив? Кажется, я жив. Так, понятно. Это было почти что то, что надо, только еще веселее. И за это я, как всегда, благодарен Интерному. Великому и ужасному. Прям как Гудвин, мать его. Enter. Так, мне очень интересно. Мне любопытно, вы понимаете? Мне любопытно, что будет... О, боже мой. Такую сегодня яичницу съел, тупую, безумную. Я добавил в нее опят со скидкой. И шпрот со скидкой. Но было вкусно, хоть и воняло, как черти где. Я знаю, это тупо звучит. Но такова жизнь моя. Невеселая, тупая. В общем, что если я скажу ему, мол, джин, ты дебил, открой, пожалуйста, камни. Так. В общем, ничем почти что не отличается. Мы увидели маленький кусочек анимации, который до этого не видели. Честно говоря, мне это не нравится. Я загружусь. Вот, 49-й. Бам! Ба-ба-ба-ба-бам! Ничего совершенно особенного. Так, сюда вниз ходить нельзя, но можно теперь ходить в эту дверь. Очень забавно, что... Что бы я ни выбрал, суть-то, мать его, одна, а разница есть. Если то, что я сказал, имеет хоть какой-то смысл. Опять куча камней, но они сейчас намекают, что камни типа лежат с другой стороны. Это интересно. То есть туда идти попасть не могу. Вот как же меня в свое время поразила та же самая игра «Бог войны», самый первый. Что типа графика не очень, графика не очень, графика не очень. А потом как зашел в похожий зал, как здесь. И там было вот замечательное отражение всего, что происходит в полу. Мне тогда это очень сильно впечатлило. И показалось, о боже мой. Казалось просто потрясающим. Так, что же тут делать-то? Господи, блин. Что теперь? Такая... Да, и вы зовете это героем. Да он урод. И загружайся. Понятно. То есть я должен пройти по определенному пути. Начинается он... Я не знаю, для меня это что-то вроде машины. На стенах я не вижу чего-либо похожего. Сейчас, я ищу. Ну, а нога тут есть на стенах? Ну, или перевернутая нога. Нет, не вижу. Ладно, пойдем сюда. Ах, твою мать! Че, мне теперь... Методом проб и ошибок. Ну, вы зовете, это героем. О боже мой, в каком я шоке. Это Этерном, какого хрена. Не знаю, когда не смотрю, у меня все время вопрос. Она вообще одета. Это странный вопрос, я знаю. Но, тем не менее. Видимо, не воздержан я в мыслях своих. Направо, да, зашибись. Ладненько.
Ой, я что-то увидел. Ой, а что это? Господи, боже мой, что это было? Это, видимо, была какая-то подсказка. И мне вообще, видимо, имеет смысл ходить здесь смотреть на все эти странные подсказки. Воу. Я о тебе читал, я еще не понимал, как тебя достать. Можно тебя тейк? Так, только нужно понять, что ты из себя представляешь. Вот он ты. Но я не могу тебя заценить, я не понимаю, что ты есть такое. Это слишком сложно. Ладно, я читал об этом камне, поэтому давайте попробуем его использовать. Его нужно нести к Споту, он же Спок. Мне просто очень интересно, на самом деле, хоть что-то отнести к Споту, он же Спок. Потому что я смотрел целиком весь классикал сириз этого Стартрека. Тем более, что я довольно быстро могу туда перемещаться. И вот видите, я уже даже вот тут вот, поэтому ничего особенно сложного в плане перемещения к мистеру Споту у меня нет. Мистер Спо... Ой, здрасте. Да, это вы, кстати, уже говорили мне, спасибо большое. Но я же вроде не загружался, вы, видимо, да. Мистер Спот, подождите, пожалуйста. Не помню, могу ли я на вас смотреть в приближении. Кажется, ни хрена не могу. Господи, если кто-то из вас хочет перевести то, что он сказал, дерзайте. Я переведу это так. Выпендрёжная хрень. Проблема в том, что я ничего этого ему говорить на самом деле не хочу. Меня гораздо больше интересует... Юз. Во, Rosie Stone. Вот, in the pyramid. Я нашел Rosie Stone in the pyramid. Да, то, что вы говорите, соответствует моим данным. Можете перевести? Ну, конечно же! Я владею 189-ю... Этими, как его, забыл слово-то, господи. Как же такое естественное такое слово, такое живое, такое... Как же там... Язык, точно, язык. В общем, 189 языками и 302 диалектами, которыми сейчас пользуются в первой галактике. А иероглифы для меня вообще не проблема. Похоже, их писали примитивные люди, которые в основном занимались строительством неидеальных тетрахедронов. В общем, типа Яковлевых пирамид, неважно. Используя каменные параллелепипеды, а их главный был мумифицирован во всей этой конструкции. Логично. Мы говорили о переводе. А я в курсе. Ваша реакция эмоциональна. И я распечатаю все, что вам нужно. Что ты там распечатаешь? О, господи, мы впервые видим Спота! И у него сигарета, он прикольный. Это всего лишь вопрос ввода данных. Однако человек не мог создать это. Программа крайне проста. И опять он несет чушь, которую я даже пытаться переводить не хочу. Короче, чья там арифметика, что там модулированное какой-то ерундой и так далее, так далее. Retroinduction parameters и типа того. Конечно же, систематизировано. Так чего же мы ждем? Сначала программке нужно провести анализ, а потом она нам даст полный перевод сообщения на вашем куске чего-то. Это же Rosie Stone, а не Pebble. Я, к сожалению, слова не очень знаю. Ваша реакция эмоциональна. Вот вам перевод. О, черт, это слав... это слово? Я ж на паузу просто... Погодите, я сфоткаю, боже мой, наверняка я смогу это видеть и дальше, но я все равно сфоткаю. Ну, давай. Давай. Ищ. Каев. Как говорится. Ой. A, B, C,
Неужели мне нужно идти по ABCDFGH? Надеюсь, нет, потому что оно так, по сути-то, как я шел, по-моему, оно так и было. Сначала было A, потом B. Ну, посмотрим. Надеюсь, вы все это запишете. Я не могу дать вам распечатку. Все в этой комнате принадлежит командору. Без проблем. А заметили ли вы интересные надписи на задней части этого пебла? Погодите, это же не пебл, это... А! Вы сказали надписи? Похоже на легенду. Мне нравятся легенды. А что она говорит? В 1500 году до нашей эры... Кто? Тутмис. Ну, пускай будет Тутмис, третий. Правил многие годы, как фараон Верхнего Нила. Когда невоздержанная страсть к славе дала ему новую идею. И это была дохрена большая идея. А вот почему бы мне, думал он, не стать гребаным богом? Да я, конечно! И поехавший пошел, чтобы захватить единственную дочь Ра, Осис. После чего бог Ра, ну этот создатель Египта, посылает двух наемников, чтобы вернуть свою дочь назад. Почему он просто не использовал свои божественные суперсилы, кто знает. Два солдата удачи зовут себя Лори и Хардел. Хадл, неважно. Ра объясняет задачу. Но проблема, босс, говорят они ему, и скоро находят дочь в кровати фараона и приносит ее домой. Ра наказывает Тутмоса III, изымая его из тайных этих садов после его смерти. А наемники получают большой такой приз. Хардел получает, посох минитеоризации, который может сделать все, что угодно, достаточно маленьким, чтобы вместить это в твой карман, или же достаточно большим, чтобы заполнить все небо. А Лаури получает посох дупликации, который дает ему способность делать копии всего, чего он только пожелает. Теперь двое парней идут... они открывают бизнес и продают камни. Уже готовые камни. Один делает копии камней, а другой их минимизирует, чтобы снизить стоимость доставки. Это какое-то время продолжается. И потом, однажды, у Лаури появляется прекрасная идея. Он решает скопировать посох своего партнера. Но его идея не срабатывает. И он даже ломает свой этот посох дубликации. Можете представить, как разозлился Лаури. А Хардел, который брал больше, чем его... я понял. Короче, Хардел все это время гораздо больше воровал денег, чем ему полагалось. И он увидел, что Лаури очень разозлился, решил, что Лаури об этом узнал, и поэтому Хардел убегает. Перебегает через огромную... переплывает через огромную реку. И останавливается отдохнуть. И молодой парнишка видит его это посох и убегает уже с его посохом миниатюризации, понимаешь? Однако он так и не узнал, на кой черт нужна эта штуковина. Хардел слишком устал, чтобы остановить его. Потом этот молодой парнишка однажды становится фараоном. Потом он умирает, а его мумия остается закопанной глубоко под пирамидой и держит этот, собственно, кусок гребаного дерева. И эта долгая история, конечно же, будет очень важной! Это такой, чё? Ты совсем дебил? Он аж пальцы расставил. И так и сидит. Я же не поставил на паузу, да? Я, честно говоря, боюсь. Сэй. Вперед, назад, куда-нибудь, что? Игра не зависла, причем я вижу, палец-то двигается. Ой, и все.
И все, и он говорит, что я хочу сказать сентенс. Я говорю, сентенс, толку никакого, я сваливаю. Вашу мать. Ну, я так и думал, что это будет очень прикольно, потому что мы прочитаем прикольную историю. Мне, честно говоря, разумеется, история очень сильно понравилась. И она была совершенно ни о чем. И мужик просто со своим стафом остался в своей фигне. Кстати говоря, с другой стороны, возможно, история действительно будет относительно важной, потому что мы как раз исследуем пирамиду. Правда, полное безумие, что мне распечатку не дали посмотреть. Вообще, когда эту игру делали, ведь, я так понимаю, такой прекрасной машинерии, как моя, еще даже не было, и никто не мог просто взять и как дебил сфотографировать, ничего не записывая, прямо экран. Вообще отдельно смешно, что на самом деле мне такая идея никогда в жизни не приходила в голову, а мне она пришла в голову только тогда, когда я уже у Курящего подсмотрел, как он, собственно, фотографирует экран, когда играет. И вот тогда я все понял. Так, короче, все, заходи сюда, дебил. Хорошо, хоть это был не туалет. Так, соответственно, падыщ, я кое-как врезался в пирамиду. Ну, это, конечно, скорее тумба, нежели пирамид. Но тумба тоже имеет смысл. Ай, ну вот, смотрите. Конечно же, мне открылась великая истина. И то, что мы сейчас с вами смотрим, это ни хрена не великая истина. Три точки. Направо, наискосок. Я нифига не понимаю. Так, черт, надо сохраниться. А, это выход в DOS, блин. Сейв. Сейв, 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 сейв. 51. Enter. Так. Мне вот очень, 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 очень интересно, какое начало даже слова может у нас выходить, если я вот правильно вот так вот пойду. Вот явно A, B, C, A, B, C. Ну и что? D это вот это D. E, F это... Здесь нет F. Не понял. А, вот это F. Твою мать. G, да, окей. H, ага, я вижу H. Господи, ужас какой. I. Ай-яй-яй. J, это, видимо, змея. Господи. Это сюда, да? Это что было-то? J или... Это K. Теперь L, я вижу L. M, да, птица. Ой, только не умри. N, это палка. Ага, да. О, это еще одна птичка потолще, красивая такая. П. Я не вижу здесь П. Я думаю, что это... Нет! Сволочь. Такая... О, это было больно. Теперь меня никто не спасет. Только не это. Да понял, понял я. Мы с вами как-то так шли, да? Я ж все знаю. Я ж везде побывал. И вот отсюда не направо. От жирной птицы. Но от жирной птицы идет вообще что-то совсем другое. Чего у нас здесь? А, вниз! Вниз, погодите, ребят, вниз. Я понял, дальше Q. Я вижу, я вижу. Я вижу. R. Ага. Вот это безумие. S, T. С. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, не умереть. Т. Что у нас после Т? Ю. Ю. С, Т, Ю. Ю, Ю. Так, дальше все straightforward, я надеюсь. Палка, птичка, два ствола, две штуки и дальше полный Z. Окей. Фу. Все, я не знаю, что дальше будет происходить. Блин, вообще не понимаю. Я сохранюсь еще раз. Сейв, конечно же. 52. Enter. Что теперь? Look for clues. Look for clues.
Рискну пойти налево. Это было рискованное решение. Ёперный театр. Как странно. Пойду я отсюда, нет, мне здесь что-то не очень нравится. Прямо скажем, прям совсем, вот совсем не очень нравится. А если направо? Вот люблю я за собой, замечал неоднократно, зайти куда-то и свалить. Лучше бы отсюда хотел свалить. Интересно. Могу я стрелять? Кажется, нет. А, или... Или могу, погодите-ка. Он меня засасывает. Тварюга, а? А чё по нему не попадаю? Ой, порезал меня. Урод. Нет, да он сдох, урод. Мерзкая тварь. Нехороший человек. Блин, было бы, конечно, здорово как-то логично закончить наше с вами видео, но пока что это не очень получается, потому что с этим шкарпикором мне что-то не очень выходит сражаться. Я вам честно скажу. Шкарпикор. Ой. Шкарпикор. Может, тебе надо обогнуть? Обогнуть всего лишь на... Ой! Не, обогнуть, кажется, не надо. Шкарпикор слишком сильный. Да пошла ты, извините за выражение. Не сюда. Так, попасть по шкарпикору. Ниже. Блин, что ж такое-то? У меня ж почти совсем получается, я вроде так думаю. Это странно. Странно, что меня засасывает. Оу, Слушайте, это так можно жить. Я уверен, что так можно жить. О боже, это прикольно. Это здорово. Ай, только бы не сдохнуть. Он же меня с одного раза убивает. Тварь. То есть я, получается, таких мощных тварей даже... Ай! Даже не встречаю в жизни, получается. В смысле, в этой... В Wild West Life. Твою мать. А-а-а. Страшно же. Ой, да не туда. Не туда ж, ну блин. Я же нажимаю направо. Не, ну я знаю, я понимаю, что надо просто чуть дольше удерживать вправо. Чтобы все было по-человечески. Так, слушайте, ну кровь же уже идет. Ну блин, ну я чувствую, что он должен умереть. Я даже не знаю, есть ли у скорпионов красная кровь. Я думаю, что скорее всего нет. Фу. Блин, это очень на самом деле напряженный бой. Неужели по нему нужно попасть около там 100 раз или типа того? Та еще тупость на самом деле. О боже мой. Хорошо, хоть сам себя не подорвал. Напряженный бой у одного такого парня. Так, я не понимаю. Вообще, дайте мне прохождение почитать. Его надо таким образом убивать или все-таки нет? Короче, в прохождении... Чувак написал, что очень долго сражался со Скорпионом. И кто-то ему там сказал, какой-то там Браун, я не знаю, то ли создатель игры, то ли другой какой-то парень. То все, что нужно сделать, это поговорить со Скорпионом. Я не знаю, правда ли это. Но давайте попробуем. Бу! Я хотел эпично закончить это видео. Я эпично закончил это видео. Всем бай! Бу!